Попович. Это как раз у Павла Романовича Поповича и были позывные «Беркут». Но нам чат бы хотелось продолжить именно тот разговор о песне, который у нас состоялся в «Звездном городке». Ну, большое спасибо, Валентин. Я, конечно, отлично помню. Это на всю жизнь запоминается, такие вещи. И я считаю, что для того, чтобы продолжить разговор о песне, мы пригласим Оскара Борисовича Фельдсмана. И я приглашаю вас всех к роялю. Тряхнем стариной. Ну, я думаю, мы давайте споем песню. Полыхают метель за холодными стеклами окон. Старый друг мой, теперь наша юность далека-далека. В боях и походах мы теперь старики, комсомольцы 20-го года. Наши внуки росли и учились совсем не напрасно, им водить корабли суждено по космическим трассам и в таежном краю. Возводить города и заводы, но как прежде в строю, но как прежде в строю, комсомольцы 20-го года. Спасибо, спасибо, ребята. Вы сами убедились, что с песней намного веселее. Я вот вспоминаю в 62-м году, когда я собирался лететь в космос, и даже немножко нарушил, так сказать, все указания, взял с собой непредусмотренный багаж. Взял с собой и в космос песню. И я в космосе с удовольствием пел очень много, даже своего звездного брата Андрияна Николаева сагитировал спеть вместе, дуэтом. Сейчас Андрияна Николаева нет, мы эту песню очень часто пели с Оскаром Борисовичем, но я думаю, сейчас мы вместе с ребятами споем нашу космическую песенку. Давайте-ка, ребята, споем теперь стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет мчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. Когда-нибудь с глазами приходим мы с друзьями, как по дорогам звездным вели мы первый путь, как первыми сумели достичь заветной цели и на родную землю со стороны взглянуть. Я верю, друзья, караваны ракет мчат нас вперед от звезды до звезды.